Завтра первый календарный день зимы. Именно с него многие уже начинают готовиться к самому любимому празднику – Новому году. Если в этом году вы решили сделать оригинальные новогодние поделки своими руками, то начинайте прямо сейчас. И поможет в этом следующий сюжет. Приближение новогоднего волшебства можно ощутить задолго до заветной даты, особенно если увлечься рукоделием. В магазинах сейчас огромный выбор аксессуаров для дома и подарков, но вещи, сделанные своими руками, обладают особенной ценностью. Они дарят праздник не только тому, кто их получает, но и тому, кто их создает. Начнем с того, что вам точно по силам с открытки своими руками. Можно сделать небольшие поздравительные варианты, так называемые открытки-теги, конверты для денег или традиционные открытки. Сделать это намного проще, чем может показаться на первый взгляд. Открытка хендмейд доступна абсолютно каждому, и никакие особые таланты и навыки здесь не нужны. Вам понадобится картон, ножницы, клей, бусины или металлические фигурки и скраб-бумага с готовыми рисунками. Но если у вас ее нет, можно найти картинку в интернете и напечатать ее на цветном принтере. Вырезаем понравившуюся иллюстрацию и готовим картонную основу для открытки. Добавляем 0,5 сантиметра к параметрам рисунка. Высота нашей картинки 10 сантиметров, поэтому отмеряем на картоне 10,5 сантиметров. А ширину еще и умножаем на 2. Затем сгибаем заготовку пополам и прикладываем нашего снеговика. Удостоверившись, что размер правильный, приклеиваем. А теперь время для декора. Можно добавить таблички с надписями, металлические элементы, бусины, стразы, снежинки, все, что вашей душе угодно. 15 минут, и открытка готова. Творческий процесс вас точно увлечет и захочется сделать что-то посложнее, как насчет новогоднего венка. Понадобятся ветки ели, бумага, веревка, ножницы, клей и элементы для декора. Начнем с подготовки круглой основы. Очень плотно скручиваем бумагу и перетягиваем ее веревкой. Для венка мы взяли натуральную голубую датскую ель. Жалко, что телевидение не передает аромат. Это настоящий запах Нового года. Кстати, при правильном хранении иголки не опадут, а просто высохнут. Поэтому такой венок будет радовать вас не один сезон. Нарезаем небольшие веточки, укладываем в одном направлении на основание и фиксируем той же веревкой. На это уйдет около 20 минут. Для декора используем сушеные апельсины, орешки, анис, шишки, палочки корицы и дополнительные элементы – золотые звездочки и декоративные желуди. Лучше сначала все равномерно распределить по венку, а потом уже браться за клей-пистолет. Он почти моментально склеит предметы. Не забудьте оставить место для ленты. С ее помощью можно повесить венок на стену или входную группу. Еще вариант – завязать банты и сделать композицию со свечой. Такой венок можно сделать из любых подручных материалов, которые находятся дома. Не обязательно ехать в магазин и покупать какие-то особенные. А еще это один из главных атрибутов Нового года. Он точно создаст уют и праздничную атмосферу в вашем доме. Желаю успехов в творчестве и помните, что часто нашим ограничением становится только наша фантазия. Кристина Смирнова, Сергей Мякишев. Тюменское время.